Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Empowered, и это первое наше игровое видео в 2020 году, а мы будем сегодня с тобой играть за Айл. Сегодня мы с тобой поиграем за Адольд Рекса. Да-да-да, мы сегодня будем играть за убийцу, я его вот вырастил. Ну, точнее, это подарок на Новый год от админов сервера Мезозой Survival. Сейчас тут 148 игроков, поэтому я думаю, мы с вами повеселимся. Особенно за Рекса. Поохотимся, так сказать. А что же я хочу вам рассказать. Зайл очень хорошо оптимизировали, загружается очень быстро, очень хороший FPS, и графон тоже очень четкий, поэтому всем советую. А пока ладно, я прекращу пока пустую болтовню и понюхаю, чего же у нас тут нашего водоема. Потому что мне кажется, то, что тут по-любому кто-то есть. Тут же и должны быть животные неподалеку этого водоема, хотя бы следы, что ли. Судя по всему, пока нет. Странно. Так, ладно, давай зайдем в Global. Напишем Рексы Пати. А то одному как-то скучно играть будет. Посмотрим наши характеристики. 95 голода и 96% воды. В принципе, мы сытые. Походим сейчас, посмотрим. О, у нас... Так, вот у нас есть с вами пати, это очень даже хорошо. Не, ну иногда, конечно, есть проседание с FPS, но в этом нет ничего страшного. Вот у нас там Рекс, судя по всему, один-одинёшенек. В принципе, у нас сейчас нету прям такого особенного желания в еде. В принципе, можно это... медленно, но верно отправляться к нему. Если это детеныш, мы его вырастим. Так, ладно, давай. Пойдем до него. Будем вот так вот, не спеша, нашим шагом идти до нашего... Рекса на той стороне. Ну давай, походим. В принципе, пока есть, не просим, ничего не хотим. Можно также по дороге идти до них, что у нас тут поблизости есть. Не, ну просто пора менять местность, а не возле этого водоема вечно сидеть. Сейчас вот будем вместе охотиться, вместе выживать с тем пареньком. Сидели бы в Дискорде, было бы прикольнее, конечно. Ну ладно. Мне пофиг, мы-то Рекса. Не, я дойду, чё мне. Я еще как дойду. Приближаемся, короче, к водоему, сказал своему напарнику следовать ко мне. Сейчас уже почти вот дошел я до водоема, так сказать. Сейчас там и напьемся, и наедимся, наверное. Это же водоем.
даем, это вообще все. Только что-то следов других динозавров не вижу. Вот это вот странно, правда. Не, ну конечно, я вообще здоровая махина. Туда дойду, попью, посижу, подожду, может быть какая-нибудь еда еще придет туда. По-любому должна. Водоем, потому что вроде большой. А вон еще рядом еще один водоем. Нормально так. Игроков у нас 136. По идее, если 136 игроков, то... По-любому найдем какую-нибудь еду, по-любому. Если напарник выживет, будет хорошо. Будем подкрадываться. А что по-любому это выдаем, а что-то да есть. Да. Понюхаю. Даже мне кажется, тут по-любому. Кто-то есть. Не может быть, чтобы тут никого не было. Хотя, в принципе, можно и туда дальше сейчас пройти будет. Ну, вода есть. Это уже успех. В принципе, вдоль реки походим, сейчас найдем по-любому что-нибудь. Нормально, понюхаем сейчас. По-любому кто-то рядом есть. А есть надо. Срочно надо поесть. Так, вот тут неподалеку, короче, уже кого-то слышно, и можно съесть. Какие-то тут у нас, о, слышно, какие-то у нас тут уже, это, звуки пошли, травоядные, так сказать. Водоемы, в принципе, сейчас, думаю... Да, в принципе, думаю, сейчас это найду кого слопать. Все тут рядом. Главное внимательность.
Где-то в той стороне они сидят. Сейчас я дойду. Сейчас я дойду. Так, это мой напарник жив. Хорошо, прям супер. Нормально, кто-то тут ходит, орёт все, как дурак, в принципе, сейчас найду. Да-да-да, они все тут. Сейчас будет замес. Там главное тишина. Поэтому не удивляйтесь, почему я молчу. Я пытаюсь сосредоточиться и подумать. В принципе, кто-то орёт, фиг знает. Один кто-то. Наверное, где-то там. Ух, нифига, он там далеко, офигеть. Где-то в той стороне орёт. Крадусь медленно, иду тихо. Нифига, я сейчас услышал. Где-то рядом они тут. Понюхаю-ка я, пожалуй. Вон в той стороне они где-то. По-любому вот в тех озерах. В принципе, если я ручью будет так не пойти. А то все. Не понял. А, не, не показалось. Смотри, смотри, моя добыча, братан. Нашел цель. Я думал, мне сначала показалось. А мне не показалось.
Сейчас такая добыча будет, ух. Здоровый такой. Сейчас мы его поймаем. Он и не подозревает об этом. Он об этом врачок-то не подозревает, что сейчас ему конец. Нифига себе, он, конечно, дамажит. Ладно, дорогие друзья, тут подумал, решил то, что пока на сегодня нам хватит Зайла. А завтра постараюсь записать Jurassic World Evolution. А пока, да, пока нам хватит Зайла. Что-то я не ожидал то, что меня так Дина сломает. Я прям что-то не ожидал. Надо было, скорее всего, отступать. Ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи и всем пока.